А, понятно, почему у меня с ресурсами все плохо. Я же даже не в этом. Не в зоне действия. Сейчас будет получше. На них, по-моему, плоховато уже. С ресами. Хотя не знаю, черт его там разберет. Снабжение. Чё это вы не заряжаетесь, не заправляетесь? Подозрительные вы какие-то вообще, товарищи. Кто там сидит, черт возьми? Ну кто там? Покажись. Какие будут приказания, сэр? Одного вертолета точно не хватит. Посылаем туда второй. Это на один раз. Сейчас они как станут все, как зарядятся, как заправятся, как починятся и все. И не будет никаких ресурсов. Какие будут приказания, сэр? Выкладывайте. Здесь то же самое. Вы со мной говорите? Есть для нас приказ? Все, вроде все при делах. Опять какие-то фигни прутся. Что за жизнь такая невеселая? Фигово, блин! Стреляйте, господа! Сейчас же разнесут. Минус 72, молодцы. Кривые, блин, идиоты. Есть для нас приказ. Все по одному стреляли. Тоже шикарно. Сделайте что-нибудь хотя бы. Ладно, сами не можете докопаться до истины. Тогда придется вам помогать. Что за фигня здесь происходит? Вот что за фигня? Остается 17 минут. Опять какая-то полезла дылда. Да нифига тут не безопасно, тут нет безопасных мест, тут нет такого понятия безопасность, тут вообще ничего нет. Тут кровь, сопли и слезы Джастина Бибера, блин. Это ад. Новый командный пункт.
Но летит подкрепление. Нет, что-то их много в последнее время. Слишком много. Нас атакуют. А эмыксы меня напрягают. Они что-то слишком какие-то толстокожие. Атакуем цель, сэр! Так, а вы что, никого не заряжаете? А, они только что начали заряжать, а я их сдернул. Ну ладно. Что вам на этот раз нужно? Новая доставка на подходе. Тикс. Ну что, все в сборе? Почти все в сборе. У меня есть 14 минут для того, чтобы уничтожить их домик. И заняться непосредственно эвакуацией. Поэтому приступим. Вот она, моя армада. Мои мечты. А вот АМХ, их нафиг здесь никто не ждал. О боже. Это конец всем моим вертолетам, я так понимаю. А чё это вы не стреляете по ним, господа? Чёртовы объекты. Тут надо тоже все организовать для обороны. Так, это что за веселье такое? Это я их туда отправил? Ладно, неважно. В принципе. Отправляемся в указанный квадрат. У 64-ки сейчас топливо кончится. Патроны, топливо, запчасти, все, что вам угодно, Саша. Контузься.
Меня напрягает этот рельеф. Из-за него мы сейчас все вертолеты потеряем. Все, расправились со злыми натовскими войсками. Теперь можно и расслабиться, наверное. Минут. Вызываем вообще все подряд. Уже, в принципе, наплевать. С удовольствием, сэр. Они все равно откуда-то лезут. Причем в таких приличных количествах. Очень даже приличных. Гребаные читеры. О боже, что здесь еще такое? Ну, они стрелять, конечно, хорошие. Да тут нигде не безопасно, идиот, обернись вокруг. Что за риторический вопрос? Нет. С Вуди Пупелем, конечно. С вами я никогда не стал бы говорить. Только с Вуди Пупелем. Так-с. Начинается эра кликания. Кто кого закликает. Надеюсь, эти персы успеют. Куда доставить товар? Что где? Уничтожен объект Бирюса? Ага. Даже так.